Всем привет, друзья, с вами Бэр. Блин, башка опять разрывается, не знаю, что начать сказать. Но для начала приветствую вас всех. Опять продолжаю играть в World of Warcraft на X1 на сервере WoW Circle, версия 3.3.5, Lich King. Так, ну давайте продолжим опять эти квесты долбить. Сразу ищем себе группу. Опыт, кстати, очень много дается. Вот. Я напился сейчас кофе, поэтому меня простите, если я буду какую-нибудь чушь нести, но все-таки как. Так, квестиков мы тут полно набрали. Пойдем вначале вот этот, как я уже, как я, что-то музыка громко играет. Ну, так будет нормально. Как я уже говорил, пойдем такие интересненькие квестики проходить, такие, знаете, как. Не как это тупо принеси 5 шкурок, а такие, знаете, более то, что к лору относится, там война Орды с Альянсом и так далее. Вот тут, например, разведчики эльфийские, да, ночных эльфов. Собственно, нам нужно будет украсть у них планы. Кстати, надо кошака. Как кошака вызывать? Так, мне подсказывали. Стойте, повелитель зверей. Во, призыв питомца. Все. Я теперь не такой чмошный нуб, как раньше. Мне прям гайдов прям в комментариях целые гайды. Подсказочек. Спасибо подписчикам. Кстати, кто хочет, чтобы я играл на X5, подписывайтесь на второй канал. Ссылка будет справа на моем основном канале. Можете увидеть ссылочку на второй канал. И ссылку оставлю в описании. Просто чтобы я знал то, что вы подписались на него. Там будут выходить видео с X5. Я на X5 уже играю. Я уже взял там где-то 10 уровень. Потом запишу видео, когда буду в подземелье. И вот нас на X1 в подземелье кидает. Так. Ух ты, огненная пропасть. Нифига себе. Змеи какие тут. Мы с кошкой нас уважают. Ханты с кошками респектабельные. Даже два ханта. Вот это да. Что-то сходу мы начали каких-то змей долбить. Так. Что-то со звуком у меня беда до сих пор. Так, что-то пишут. Я вообще не могу сосредоточиться. Я только начал все зашел в игру, только начал записывать сразу же. Блин, не знаю, не знаю. Тяжело, тяжело что-то интересное сказать. Квесты есть у кого? Ну, я вообще без квеста всегда ходил в подземелье, чувак. Я ну бас. Кстати, тут так красиво, реально. Блин, такой прикольный подземелье. Ну, кошка бьет, а там уже пофигу. 50 опыта. Мне нужна, не откажусь, мне это нужно, красиво выглядит, чё я. Я выиграл цыганские брюки! О, джедай. Всех достал этот цыган, я отвечаю. Так, цыганские брюки надеваем. Я одновременно стреляю и надеваю. Ух ты! Нет, это мне не надо. Одновременно стреляю и надеваю цыганские. Это лучше штаны. Эти были лучше штаны. Ой, ё-моё, такой жадный. Что чужие штаны спер. За 40 гривен. Чужие штаны за 40 гривен. А это что? Тоже не надо. Я дарю вам, я щедрый. Я одновременно щедрый и жадный. Вот такой вот. Надо вообще вот этот скилл перенести на первую панель. На первый, на F1, короче. На днёрку. Ну, вы поняли, ребят. Вы поняли, да? Как его перенести? Боюсь сейчас что-нибудь зажать не то. И у меня бензикам слетит, как всегда. Вот, например, я недавно решил записать видео с фан-сервера. Но я его запишу по-любому, но как-нибудь уже потом. Кстати, красиво здесь в подземелье. Серьезно. Так вот, во-первых, я сделал, допустил первую ошибку. Я в программе MSI Afterburner, которая улучшает обдув моей видеокарты, можно так сказать. Чтобы у меня бензикам и комп вообще не завис. Я ее не выкрутил. У меня было по дефолту на 30% все стояло. Я боялся, то, что у меня в это время слетит. Но было все гораздо интереснее. У меня вообще в настройках был отключен микрофон. То есть, вот как-то так, да? Представляете, настолько рассеянный с улицы бассейны, что просто капец. Как-то так. Как-то так. Прикольно, прикольно. Мы так нормально проходим. Душевно, душевно сидим, трогаем, бьем. Кошке плохо. Чуть. Я так и кошку могу потерять. Вы хилить будете, пацаны? У меня кошка сейчас сдохнет.
Нет, я кошку вначале похилю, а уж потом вы там деритесь. Щит мне тоже не нужен. Я бы его вообще раз... Я буду пылить, пылить тогда. Эти еще убегают, и своих корешей там зовут. Вы представляете, это шаман. Надо по одному бить. А, по ноже ветерана. Вы че, фашисты, что ли? Вы ветерана ограбили? Эй, неуважение к ветеранам. Вы проявляете неуважение к ветеранам. Понимаете это вообще? В своих играх тут Blizzard. Blizzard, вам надо извиниться. Срочно, срочно извиниться. Это я вас порву за ветеранов. Шутка, шутка. Слишком тонко, не все поймут. Что у нас кошки там? 100, я хочу 175. Есть барахло, чем кормить. Грибы не жрет, да? Вообще отказывается жрать грибы. И во время боя не хочет. Так, вот тут... Это что вообще за подземелье? Огненная пропасть. Может, самое первое? Потому что эти низколевельные. 14 левел. Вот это мне не нужно. Я хочу кошку покормить. Вот что мне нужно. И она не жрет грибы, я запомню. Огниющее сердце будет жрать? Нет. Не жрет. Блин. Кстати, мы топор крутой выбили. Помните? А, ну 17 левел нужен, да. Мы выбили. Кто мы? Ты тут один. Кто мы? Поехавший. Бабосики. Чё встали, пацаны? Я же не... Пацаны, а чё я лидер? С какого рожна? Лол. Я не умею играть. Хочу сделать лидером танка, например. Но надо аккуратно все это сделать. Так, кого мы бьем? Мы бьем шаман. Там еще один шаман. Блин, я сразу несколько сагрил. Кошке будет больно, да? Надо будет сходить, скиллы выучить. Это у нас какой-то мусор, откровенно. Да, мне это нужно, я жадный. Оч, 40, 40 урона. Ну, мы же высоколевельные, да, как бы так. Ничего нету. Так, go дальше. Я не знаю, куда здесь дальше, но в принципе сюда, тут другого варика-то. Но есть тут другие варианты, но... Наверх есть вариант, пиздряхать. Пацаны, я сейчас сменю лидера. Да, я потому что ничего не умею. Что-то мне подсказывает, что мы сейчас вообще ничего не сделаем. Ну, то есть не завершим подземелье, как в прошлый раз. О, кошка апнулась. Ну, нормально. Этого надо бить. Нормально. Так вот, ребят, кто смотрит меня, и кто хочет, чтобы я на X5 играл, а много людей, поэтому обращаюсь так массово. Подписывайтесь на второй канал. Я увижу, когда вы подпишетесь. Чё? Да я не хочу быть шефом, ё-моё. Я не... Я просто хочу пассажиром быть. Я не таксист, ребят. Я пассажир. Seriously. Так вот, подписывайтесь на второй канал. Когда я увижу, что вы подписались на второй канал, тогда я залью первое видео. Но сниму я уже его, скорее всего, сегодня, завтра. Ну, сниму. Не переживайте. Просто я как бы считаю так, то что смысл вообще что-то пилить, если там вообще никого не будет. Да. Битка брони. Чего? Ты... Вы чё, посрались там? Пацаны, вы чё? Вы чё, ругаетесь? Я не... Так, значит, лидером. Я не хочу в это играть, ребят, seriously. Кто-то там поругался, кто-то чё-то... Блин, я с этим оленем... Хант, нах ты лезешь? Чё, я с этим оленем не пойду. Ты с каким оленем? Это не я олень. Навряд ли я олень. Ну это тот хант лез, я не лез. Да в смысле хант, нах ты лезешь? Да все живые же были. Все же окей, все... Смотри, всех монстров забили, все. В чем проблема? Хант, нах ты лезешь. А пока ты полезешь, там уже неделя пройдет. В чем проблема? Быстрее залупить трех мобов, чем... Масухами всякими, а ты будешь стоять тут одного фокусить, а потом будешь стоять отдыхать, потом опять другого фокусить. И мы что, будем как нубы стоять? Я не понимаю этого прикола.
Пофигу, ждем, мы только начали. Все-таки я не пойду с этим оленем. Не, ну навряд ли мне, но... Они там посрались. Кстати, мне 200 голдов дали, я уже говорил вроде об этом, да? Мне 200 голдов дал персонаж Хан, это Туренчик. Видео вроде должно быть, видео. В конце видео прошлого должно быть. Там я... Ну как, не как мне дали, а как там видел этого Турейна, короче. Все нормально. 200 голдов не отсыпали. Это приятно, по крайней мере. Ну, у меня еще есть этот ножик, я с него всякую хрень могу поскидывать. Ну там не столько голдов, вроде как. Там мало. Че, будем сидеть ждать тухнуть? А, опять повторю, в третий раз, второй раз. Так, сколько времени? Там уже обед, не пора обедать. Я ем орехи, короче, потому что я худею. Но орехи, они жирные сами по себе. Там полезные жиры. Поэтому как-то так. Вы знаете, как у меня сейчас у меня обед выглядит? А, два куска, короче, черного хлеба, корочки, кофе или зеленый чай, ну что-то из этого. И 5 орехов, сирисли. Я вообще не знаю, как я жить буду. Будем жрать орехи. Пока мы сидим, ждем. Не знаю, мне хочется какого-то экшена, какого-то контента. Ну, как тут вообще экшен будет? Когда мы вот в какой-то заднице находимся. Ха. Огненные пропасти. Задница самая... О, май гад. Может, на карте точно не отобразит. Факов. Кстати, можно уже ходить в низколевельную PvP зону, но я помню, тогда я долго ждал, очень долго, и то меня тпшнуло и куда-то выкинуло сразу, хрен знает куда. Кстати, группа почти сформировалась. Еще один чел и гоу-гоу-гоу. Я не понимаю, почему так долго. Время вроде не... У меня час дня, ребят. Там 12 в Москве. По Москве. Не знаю, не знаю. Напрягает уже это. Все, хочется вообще какую-то другую игру поснимать. Но надо с Вовкой немного, немного добить, что ли, хотя бы 20-й левел. То, что... У меня уже получается так, то, что меня просят люди наиграть на X5 идти. То есть, ну, какая-то база уже наработанная людей, вы понимаете? То, что кто следит за прохождением X5. Да и сам я хочу. У меня вообще изначально была идея по хардкору прям мощно, жестоко задротить, ночами, днями долбить, показывать какие-то свои успехи, достижения. Не хотел я в начале летсплеем все это снимать, то есть все, что я делаю, все записано, да, все, что я играю, все будет записано. Я хотел просто... Ну, в принципе, можно будет и так делать. Можно будет играть, играть, потом что-то эпичное произойдет, да, в какое-то подземелье я пойду это снимать. То есть, как-то так. Но можно было делать какие-то незначительные моменты, скипать. То есть, пока я фармлю мобов, я это не снимаю. Потом что-нибудь интересное начинает проходить, я это снимаю. В принципе, формат-то он очень как бы... Не то, что изменчив, он очень это податлив, его можно изменять под себя как хочешь, и издеваться над ним, но главное не забивать играть, потому что я знаю то, что наработанная, ну как можно сказать, наработанная, база людей, которые смотрят и которые ждут видео, я витаминку жру, да, пока, ну пока я жру витаминку, вот, и говорю, база людей, которые уже смотрят видео и хотят дальше, чтобы посмотреть за развитием моего персонажа, так для себя, для интереса, им будет неприятно, если я возьму и забью на персонажа на X1 и скажу, ну нафиг, я не хочу, слишком сложно для меня. Я сдох, я устал, я ухожу на X5. Ботиникатом фана ради. Ну, seriously. Да, давай, гоу. Не, ну попробуем, чё. Блин, ненавижу эту фигню. Угу, попробую. Мне даже урон не 175.
А кот ничего, так справляется. Пока мана у нас есть. Надо подождать. Я пока не могу прочитать это сообщение. Колбасили. Зато опыта много получили. О, вот здесь мы... Надо аккуратно этого чувака. Во, еще к нам ребята подскочили сейчас. Сейчас все будет, пацаны. Главное за котом не забывать следить. Уж кот получает, походу. Интересно, а обезьяна на кота тоже стакаются? Ребят, подскажите мне. Обезьяна это же уклонение, да? 18%. Если не помню. Да, 18%. А, тоже стакается на кота или нет? Кстати, еще раз прошу просить меня, если я буду нести какую-то чушь, потому что я кофе напился. Крыша у меня едет. Всем привет, ку народ по квестам. Ку-ку-ку. Конечно, по квестам. Все, seriously, все, seriously. Undead подтверждает. Йоу, Undead. Undead! Прям вот группа Голливуд Undead вспомнилась. Вот эта их песня, которую постоянно вставляли на какие-то мувики PvP с World of Warcraft в году 2008. Это Undead. Ну, я ее кину в группу. Поржем. Undead. Кстати, не забывайте вступать в группу ВКонтакте, ребят. Это очень приятно для меня. Вот наши ребята подтягиваются. Мне кажется, это тот же самый Хант. Абсолютно тот же самый, мне кажется. Или похожий. Тут сосед, ДШК, танец теней. Ну просто у нас топовая команда по спасению мира. Мой сосед, ДШК. Хорошо, не ДЦП. И я, Бер. Кстати, я давно заметил то, что я допустил ошибку в нике своем. Не H, а буква N. Но, в принципе, это не так заметно, на самом деле. Но я тогда что-то жестко тупанул. Сорян. И, кстати, у меня в последнее время реально стал глаз дергаться. Потому что я долго играю за компом. Ребят, если у кого-то есть такая хрень, отпишите. Чем это исправить? Я почитал, загуглил. Загуглил, почему может дергаться глаз. Ох, это что такое-то, Урен, ты гонишь? Он же все капец будет. Он сильный, что ли, такой мощный? Я попытаюсь что-то сделать, но ничего не обещаю. Ничего не обещаю, братан. Мощный, но его хилит. Хилит слабо. Хилит слабо. Он мощный, но его слабо хилит. Бесит, когда питомцы отбегают. Надо на F1 перенести. Сейчас перенесу. Хотя я не смогу перенести. Это же не этот... Невыделенное умение. Не, у питов вроде оно должно отображаться сейчас. Так. Нет, не то нажал. Да мне все не надо. Я занят. Так, нет. Нет, не то тоже. Кстати, здесь говорят либо в стрельбу, либо в пита. Других вариантов нет. Раскачки. На 3-3-5 виханта. По крайней мере, мне так говорили. Танк мощный. Мощный, респектуем ему. Это даже... Это воин, да? Это воин. Сейчас, кто лидер у нас? Я бы лидером танка сделал. На самом деле, он такой мощный. И, видите, знает, куда бежать. Я люблю таких саппортийцев. Блин, крутая пушка. Твинка пушка. Как она называется? Величавый тросери. Ректора, точно. Кожа мне нужна. Некуда класть. Да ладно! Да, мне грибы не нужны. Зато я всякий хлам собираю. Блин, кислая витаминка. Надо подождать. Кошка жива? Фу, жива. У него вообще глаза разбегаются. Реально, панель космического корабля, а не панель в игре. Так что обязательно вступайте в группу ВКонтакте. Повторю я второй раз это. Потому что мне приятно, когда вы туда вступаете. Я вижу то, что какая-то уже аудитория собирается. И вообще, если вы что-то... Что-то мне нужно, а вот это... Откажусь. Гораздо лучше нашего барахла.
Братан, забирай. Блин, очень кисло я попался. Таминка. Нифига себе, он жесткий. Это Гул'дан, блин. Гул'дан нас долбит. Вы что не дебафаете его? Ё-моё, и воин подбежал. Но чернокнижника мы убили. Теперь головореза надо попробовать. Нужно больше маны. У меня мало маны. Недостаточно маны. Нормально маны. Так. Главное пройти полностью подземелье, и тогда нам дадут синий шмот. И мы вот уже даже... Мы уже не так на бомжа похожи, как раньше. Почти во всех дисциплинах, можно если так выразиться, у нас есть всякие плюшки, поэтому мы зелененькими светимся. Кроме рейтинга метности, крита удара и скорости. Ну да ладно, пальцев ничего вообще нету, мы с какой-то хренью бегаем. Но это нормально. Вот еще, знаете, чем мне не хватает в... На X1 я заметил то, что мало кто играет, да? Ну, может быть, в силу того, что не все могут подключиться, да? Ну, в принципе, там ничего сложного нет. Можете посмотреть на втором канале у меня. Ссылку, опять же таки, оставлю. Опа! Мы прошли! Ура! Огненная препись. Препись. Пропасть пройдена. Огненная пропасть. Не откажусь. Не откажусь. Круто, круто. Первое подземелье. Убейте Таргмана Ненасытного. Мы его убили. Я думаю, это какой-то обычный монстр. Мы его так быстро убивали, то что... Круто. Это самое первое подземелье World of Warcraft. Огненная пропасть. Yes. ГЦ нас, пацаны. Какие КВ по квестам, плиз? А что, у нас еще квесты есть здесь какие-то? Я ни КВ не брал, пацаны. Но я пройду с вами, потому что мне все равно заняться нечем. Реально. Вовке нечем пока заняться. Монстров я не хочу бить. Кстати, мы апнули 17 уровень, да? Так. Не то. Так. То. Так, не то. Ой. О, квесты принимаю. 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 И вот это. Принимаю. 10 максимально. Них сколько. Гоу, чё? А, куда? Куда, гоу? Бить. Я не знаю. Сколько надо? Это вот этих бомжей надо бить? Бомжей. Сейчас они нам по голове надают. Надают. Бомжей. Эй, кошка прям умирает стала. Быстро отлетает хитпоинты у нее. Интересно, нам квесты выйти не будут защититься. Так, кстати, к вам же есть что вообще? Давайте, игровый глаз. Рука, это квестовый предмет. Это нужен. Не знаю, что здесь бить. Пока мы ничего вроде не выпили. Мне всяких квестов набрал просто. Ладно, будем плыть по течению, как это было в начале. О, вот оно, вот оно. Эй. Я не успею унести. Яхер, я так сделал. Да я не хотел. Я фейлю свою задумку. Фейлю свою задумку. Забрать к нему. Хитрое воровство я фейлю. Чё такое? А, они у меня уже есть, да? А, одна можно. Ну, видите, все работает, все правильно. Мне не дали взять вторую, как жадному гному. Чё надо делать? Чё, кстати, один из КВ в самом начале, там труп. То урехи найти надо. Чё теперь? Куда его сдавать-то, ёкарный мобай?
Убить тварь уже не сможем. Да, мы его убили уже. Ну, есть только релогнуться и опять зайти. Что-то я туплю. О, новое письмо. Не письмо пришло. Может, это спам какой-то? А его интересно. Нет, ему нельзя открыть, его надо на почту идти искать. Может, это я, когда на почту заходил, сам что-то взял. А, это, наверное, мне поздравление какое-нибудь пришло, то, что я там первый... Кому-то время, в конце еще кому. То, что мне... Блин, короче, то, что мне выпало... Ну, вы поняли, то, что я ачивку заслужил, то, что первое подземелье якобы в кавычках прошел. Вот так вот. Ну, пофигу, бегаем, качаемся с ребятками. Какие-то квесты делаем. Хотя, скорее всего, надо их будет сдавать в Воргримаре. А Воргримар, чтобы попасть, нужно лететь в под город. А, да-да-да, лететь в под город. Тащиться на улицу с под города. Там дирижабль будет, который летит в Воргримар, потом все обратно. Я эту уже цепочку запомнил, но вначале, когда я играл Вов на X300 или на X100, мне это было нереально сложно. Я долго раздуплял, как вообще попасть куда-либо в интересное место. То есть в Воргримар хотел попасть, в город какой-нибудь и так далее. Что-то мне по лицу реально прилетать стало. Ну я тебе в ответку тоже напихаю, баба. Чернокнижница. Что ты думаешь? Думаешь, позвать на нас врагов? А чё они все уже разлучены? Где я был в этот момент? Когда собирали лут. Жадный гном во мне просыпается с каждым разом все сильнее. Куда относить этот квест, я даже себе не представляю. Квесты. Как их вообще прочитать? Как вообще задачи прочитать? Я уже не... А, вот журнал заданий, да? Подземелье. Какие-то выполнены. Воргримар, походу, надо сдавать, да. Ой, что такое? Я не надо. Кстати, такое симпатичное подземелье. Мне больше нравится, чем где... Ой-ой-ой, зачем мне это сделать? Больше нравится, чем эти. Где мы на корабле били, и нам по лицу надалили. Вот босс. Сразу кидаем на него траву, чтобы быстрее умирал. Не брезгуем вот это я юзать. Оно восполняет что-то там. Мне нужна цель. Медь не надо. Я хедр сегодня, пацаны. Пусть мять никому не нужно. Лол. Это Бор забыла. А Волк что забыл? Бафнулся, что ли? Опа. Вот это я хочу разлочить. Как жадный гном. Играющий за эльфа. Распыляем. А я с этим что делать? У меня ничего не высвечивается. Так, глава побежал наверх. Он показывает, как зайти. Главарь. Ё-моё, тут так сложно. Чудо, их много здесь, надо массу какую-нибудь. Встань еще. Что-то у меня ощущение, что я из колеи выбился. Вот кофе перестал действовать. Я сразу. Как-то не очень стал, надо накатить. Горькая шняга. Я забыл, как сатировать его. А может на книгу надо было нажать там, пацаны? Стойте. Пацаны.
Хотя это мне не пригодится. Не, пригодится, но мы не обучены из этого стрелять пока что. Ну и скорее всего я не буду из этого стрелять учиться. Потому что у нас навык стрельбы из лука повышенный. Так, нет смысла бить прислужников, это я уже понял. Ну я потанкую, кошка, не перерывайте, пацаны. Главное, чтобы выбились. Так, а кошке плохо. Что делать? Кошка сейчас сдохнет. Да я думаю, надо что-нибудь попить. Ну, нормальный баф. Так у меня все кончилось. Вот так вот, пошел в подземелье, а еды не купил. Ну, бас, что же еще сказать. И сходу присесть. Ладно, гоу потихоньку. А чё ты так много агришь, парень? Ну ты профессионал, сразу видно. О, сатир. Базально. Это заклинание еще не готово. Жалко, массивного выстрела у нас пока нет. Полезнее будем гораздо во много раз. Чё, сатира дроп есть? Я сразу за дропом, пацаны. Я жаль. Чё, монеты, что ли? Да ладно, даже квесты-то монет какого-то. А такой четкий чар был. Ну, в смысле, моб. Моб был прикольный. Так. Чё, куда назад? Братан, чё назад, почему? Мы чё сделали? Не знаю, почему назад. Может, он тоже первый раз на бум проходит подземку. Подземочку. Прикольный такой-то уренчик, прыг-прыг. Здоровенный. 21 левел, тем не менее. Ну тут уже в синий шмот более-менее разодет. Поэтому так поинтереснее выглядит. Но мы пока всякую шнягу носим. Даже ни пушки нет. Одни штаны хорошие. Ай, он что вышел? А, вначале он стал. Ну стал, наверное, просто там бегать. Давайте к трупу. Хотя я даже. Ну, полечу ли я в Wargrimmar или не полечу сегодня, даже не знаю. Красиво. Красиво в инсте. Значит, это первый инст World of Warcraft, получается, так? Или просто первый, который у меня в ачивках забился. Скажите мне, ребят. Ну, мне кажется, это первое инсту. Ой-ой-ой, первое инсту вообще. Крафта. Я ем орехи, простите меня, если что-то не то. Но время обедать уже давно. А я еще не обедал. Ну, сел снимать видео. Не обедал, а сел снимать видео. Думаю, ребята ждут. Есть люди, которые... ждут следующую серию, ибо не нужно подставлять их. Прикольный лучок пролетел, видели, да? Луч какого-то огня, что ли. Начало бежим. Пофигу, возьмем, слетаем в Wargrimmar, значит, зайдем. Может, экспу даст, может, что-нибудь интересное даст. Эй. Thank you.
Нахуй, нахуй он вышел. А куда нам бежать-то? Я не знаю, я видел то, что он давно уже вышел, еще когда мы там стояли. А, их надо бить, трогов. 17 штук. Ладно, меньше народу, больше кислороду. Сразу следующего и останавливаемся. Ей! Да ладно, я лох. Это не так быстро кончились, больно. Так, кто-то апнулся. ДЦ или наша кошка. Еще четырех бомжей заколотить, трогать этих. Надо поаккуратней. Ой, что у меня вообще все. А, теперь еще шаманов надо бить. Ё-моё. Ну, го убить, чё. Хохочущий гром. Вот это гильдия или ник или чё. Нет боеприпасов. Да, нет, я уже знаю. О, еще одного такого. Тут нам раз 3-4 уже падал, блин. Не надо мне это. Шика выиграл. Ну ладно. Нет, да кошка-то бей. Будет вот здесь полезнее вот эта шняга. Нет боеприпасов. Заклинание еще не готово. Я пока не могу прочитать это заклинание. У меня нет цели. Что, двух таких мы убили. Опа, вот и труп. А что тут их многовато. Заклинание. Нет, это магом, пацаны. Это магом. Я вам разрешаю, забирайте этот мусор. Че? Питом. Анчи. Ну гоу. С ними довольно легко разобрались. Это кто такой? Чё, все получается? Что делать теперь? А, еще шаманов не добили всех вроде как. Че, мы будем сверху бить этих? Нет боеприпасов. На них хиливается парень, это не бесполезно. Не знаю, мне ничего не нужно. Все, перенесись из подземелья можно, да? Ладно, все, завершаем эту фигню. Надеюсь, на нас это... Так, надо что сделать? Покинуть группу. Как покинуть группу?
Все, чистенько, ровненько. На нас штрафа никакого не кинули, слава богу. Ой, так непривычно вернуться в этот Транквилион. Транквилион, да. Итак, надо кошку кормить, надо шмот починить. Ой, сколько задач, целый тамагоч. Прям там, ой, чё, он чё, не ломанный даже. Прям как будто тамагоч завел. Даже не знаю. Надо еще лететь в подгород, а в подгород можно на света только прыгнуть. Да? Да. Ой, письмо еще какое-то пришло. Где у нас почтальон? Печки принес морозилку. Ну, письмо, наверное, опять же таки поздравляю его, достигли там 15-го уровня, 17-го. Почтальон рекорд. Сумка с полезной. А, да, вот сумочка дается же, точно. Фу, как я мог это забыть? Сумочка с полезными вещами. Спасибо, там вы убили там такого-то лота. Возьмите сумку. Некуда класть. Так. Так, некуда. Выкину десерт. Сумку забираю. А, это мне не надо. Спасибо. Копию мы не будем делать. Так, сейчас, секунду. Пойдемте барахло растолкаем. Растолкаем барахло. Так, еще вот это, кажется, тоже нам не нужно. И нельзя продать. Подарок мы не будем выкидывать. Все, да? Нормально, почистились. До свидания. О, плащ беспокойства символом солнца. Давайте, он прикольнее нашего, да? Гораздо круче и выглядит поинтереснее. Мы теперь хоть с плащом стали. Да, не то что бомжи без плаща. На героя теперь похоже на какого-то там. Конечно, не Рубин, не Рубин, не Рубен, не Робин Гуд, но все же. Так, гоу. Квестики, я думаю, чуть-чуть попозже поздавать. Ага, какой-то барыш прибыл. Короче, летим в Лунасвет, значит. А учим скиллы. Так, 17 уровень. А что, в подземелька нельзя? Так, я был в каком? Я был в огненной пропасти, да? Теперь я могу сходить. Все, кроме огненной пропасти. Хочу. Вот. А пока полетели в Лунасвет. Скиллы заучим, если они есть, конечно же. И попытаемся сходить в... Из Лунасвета, я знаю, там камень. Камень, не камень. Ну, короче, шняга, короче. Телепорт есть в... под город, а из под города с улицы можно на дирижабле в Оргримар, а потом обратно. Только, конечно, я не особо горю желанием туда сейчас лететь, ну давайте посмотрим. Так, витаминки на полку. Надеюсь, все записывается, а то опять будет все коту на смарку. Вот, так что пока лечу. Такой немного опять анонсик в третий, четвертый раз. Не забывайте вступать в группу ВКонтакте. Ссылку я оставлю в описании к видео. Подписываться на канал и подписываться на второй канал. На всякий случай, поскольку, чтобы не потерять меня из виду, на всякий случай. Вдруг Ютубу не понравится то, что я использую какую-то музыку не ту или что-то не то с моими видео. Это как уже один раз было. И канал заблокируют. Но чтобы не теряться ни вам, ни мне вас не терять, ни вам меня не терять из виду, подписывайтесь обязательно на второй канал и ВКонтактике заодно, чтобы уж наверняка не потеряться. Вот. Мне все равно кажется, музыка слабоватая вообще. Ее можно погромче вообще выкрутить. Она веселит, особенно в тех моментах, когда просто бьешь монстров или просто бегаешь по красивым местам мира World of Warcraft.
особенно в Лунасвете. В Лунасвете она, мне кажется, самая лучшая вообще. Самый красивый город, я уже говорил, по моему мнению. В Варкрафте. Но я еще не особо по городам бегал. Под город мне нравится, он такой атмосферный. Но Лунасвет, он настолько атмосферный, что он переплюнет любой город в World of Warcraft. Ну, пока что, конечно. Не знаю, как там Близзарды что обновят. И почему я сюда все время бегаю? Ну, здесь, мне кажется, поближе будет, да, учителя профессии, так сказать, дойти. О, разыскивают. Да и... Да и... Ближе. Чисто из-за того, что ближе, наверное, все-таки. Так, а что, скиллов никаких нету, что ли? Почему-то все... Фух, требуется 76 уровень. Да. Ой, скиллы еще вообще не скоро какие-то появятся. А что, их так мало? Серьезно? 20 уровень? Нет, их много, но они все на разном уровне даются. Что в стрельбе? Так, и самый ближайший, что нас ждет, это... Вот, наконец-таки, залп! Я вот про залп и говорил. Выпускает несколько снарядов, поражающие 3 цели. Змеи, чародейские, это все неинтересно, неинтересно. Неинтересно. Интересно, крутая вещь. Повышает скорость атаки дальнего боя на 40% на 15 секунд. Ну, в принципе, прикольно. Это тоже интересно. Это такой сет, такой сет. Опять же таки залп апнем. Сразу 3 цели и наносящих дополнительно 40 единиц урона. Представляете, это не как в доте. В доте на 3 цели, но на 30% насколько-то меньше урона. А тут наоборот, на 40 единиц больше урона. Да это же имба. Особенно в подземельях. Это очень супер удобно. Кстати, надо пожарить купить. Эксперт по оружию. Чем можно заучиться? Двуручными мечами, древковым оружием, метательным оружием. Мне, в принципе, это не надо, но... Да пофигу для красоты. А, еще давайте, знаете, куда сходим? Ой, что там предлагаешь? Нет, нет. Го, сходим к специалисту поездок, так сказать. Поездок к специалисту всяких маунтов. Купим заранее маунт. Там все равно надо будет к ней бежать на 20 уровне или нет. Не знаю, у меня аж глаз задергался. Что нам тут? У нас это. Что нам? А почему нам туда что-то направляет? Площадь соколиных крыльев. Я не понял. До сих пор источник от меня отключил. У меня висит тут. Еще зону, кстати, не разведана. Торвата. Ой, там еще столько квестов будет до 20 уровня. Ой, поверьте мне, ребят. Это еще только начинается игра. Но, тем не менее, я считаю достижением хотя бы за одно видео опнуть один уровень. Это уже прикольно. К тому же мы половину тут добили, так что это считается чисто полноценный один уровень. Вот. А что у нас насчет подземелья? Так, ну, пока не очень. Ладно, окей. Красиво, красиво, Вовки. Блин, я не перестаю удивляться. Вот если вы... Вам нечем заняться, и вы одиноки. World of Warcraft может стать для вас как и местом, где вы будете веселиться, так и местом, которое вас затянет с головой. И вам будет сложно от него отделаться. Я буду рада твоему золоту. Да, больше чем ничего не хочешь, женщина. Женщина. Дуго все равно дойдем до специалиста питомцев. Заодно вот эту зону откроем, может нам опыт дадут. Да, Академия Фалтерина. Кстати, я там еще ни разу не был. А, был. Какая высокая-высокая башня. По ней долго-долго бежать. Там какой-то квест. Кого-то надо убить. Благо вот эти мобы не агры. И да, нам надо купить корм. Да, корм. А, кстати, может до этого, до специалиста питомцев дойти. Обитель странников, она же там. Ну а здесь, в этой обители, этот. Ездовых животных, короче, начальник. Начальник. Причем она так еще интересно стоит, вроде даже с улицы. Нет? О, открыт новая территория. Стоило урона. Вот она так стоит с улицы, красиво, да? Надо с ними это, сфоткаться. На превьюшку. Так, тихо. Вот так вот запечатлеемся.
Надеюсь, видео покажет это. Ну или если не покажет, мы все равно это на превьюшку замутим. Так прикольно, да? Нормально, ладно, все, сфоткались, хватит. Итак, что-то нам еще можешь сказать? Здесь вам не продадут крылобега, пока вы не докажете свою преданность нашему народу. Не возвращайтесь, пока эльф крови не станут вас превозносить. Ступайте. Понятно. 20 уровень всего лишь на все нужно, на самом деле. Можно взять какого-нибудь интересного. Вот я хочу фиолетового взять почему-то. Зеленый, лиловый. Да я и обоих возьму, ребят. Обоих. Маунты моя страсть. Мне нравятся вот эти всякие фишечки. Такие, типа маунтов, типа питомцев. Особенно вот здесь так красиво, блин, они так угарно выглядят. Лиловый, значит, это... Вот это что ли? Да, лиловый. Их и тоже лиловый. А это синий. Вот зеленый, да? Да мне синий нравится. Ну, что такое? Ну, лиловый он прикольно выглядит. И синий тоже. Короче, всех возьмем. Черный, черный. Черный, кстати, мне больше всех нравится. Он даже не черный, он такой фиолетовый. Вот. Помни о солнечном колодце. Не переживай. Я о нем не забываю. Даже когда спать ложусь. Вот и можно проучиться. Вот у этого чувака мы учимся. Значит, на 40-м, на 20-м уровнях. Мишку зачем убил? Еще раз Мишку обидишь. Будешь иметь дело с Мишкой. Как-то так. Ладно. Прикольно тут тоже. Так. К специалисту питомцев теперь сгоняем. Вроде же там специалист, потому что надо корм купить и стрелы, не забыть. Я до сих пор гоняю без стрел. Вот. Как-то так. Что там насчет подземки? Ничего, глухо все. Кажется, мы больше в этой серии не сходим в подземелье. Но нам, в принципе, одного было достаточно. Мы заработали ачивочку. Огненная пропасть. Когда мы будем очистить. Вот тут уже, смотрите, вот Warcraft, да, Warcraft. Ну такие, знаете, тюрьма Штормград, я там уже был неоднократно. В Ашкурах. Ульдаман. Говорят, Ульдаман крутой. Крутой. Я слышал уже Зулфарак. Дом, затонувший храм, говорят, крутой. Глубины Черной горы, нижняя часть. Короче, Черной горе мы долго будем бегать. Стратхольм, говорят, очень некраситет. Это как типа университет, только некраситет. Зубуру. Руин Анкиража, говорят, крутое подземелье. Логово крыла тьмы. Нефариана. Храм Анкиража. Лерой. Убейте 50 дракончиков в гнездове за 15 секунд. Крутая ачивка. Ваня Дженкинс. Бёрнинг Крусейдж, все, мне кажется, крутые подземелья. Героички тут. О, мы Кильтаса будем убивать. Вот это спойлер в ачивках. Трасса магистров героически. Бейте Кильтаса, солнечного скитальца в героическом режиме. Нет, мне такие. Я Кильтаса уважал. Ладно. Ладно. Блин, всех крутых героев будем убивать. А, мы его там убьем еще. Солнечный скиталец, а это... Он? Не понял прикола. Мы два раза убьем. Ну вот и Ледашечка. И Килджедана мы будем убивать? Да ладно, на плато Солнечного колодца. Вот это да. Ну и Ледана мы обязаны просто убить. Лич Кинг, 5. Чё-то, а почему 5 тут? Чертоги всякие разные. Это такие себе, еще какие-то 10. А, это сколько человек, я понял. Прикольно, прикольно. Пока мы заставим. Ну, тут, наверное, будет самый наш любимый, да, Лич Кинг. Героический. Убить короля Лича менее чем за 6. Ладно. А, вот падение же короля Лича. Тут еще Стагрели, вот это не все. Тут куча ачивок целых. Репутация, игровые события, подвиги.
Мне пока подземелье рейда больше всего интересно. Потом, может, исследование посмотрим. Да, ладно. Фиг с ним. Гоу, купим корм и стрел. Корм и стрел. Еда и напитки, вот. Выбирай. Позволь мне взглянуть на ваш товар. Что-нибудь не сильно... Вот. Берем этой шляпы. Банан возьмем. Окей, кошку накормим. Близок. Эй. В смысле? А что мой питомец будет есть? Давай самое дорогое. Котлетку. Надеюсь, он будет. Я не могу это надеть. Да я понял то, что... Лол. Наконец-то, дорогой, она будет есть. 6,75. Уже соточка. Еще покормим. Я буду тебя кормить, пока ты вообще не это... Пересчастливишься. Мне не жалко. Интересно, вообще максималку отобьем. Сейчас ли 125? Маловато пока что. Не сейчас. Нифига не получается, ребят, заметили? Ладно, фиксируем. Что тебя интересует? Давай с луками. Так, мне же обычная стрела, да, нужна? Нифига себе, это лук странника. Серьезнее нашего будет. Ладно, фиг с ним, берем пока стрелы. Так, это нам стрела не нужна. Значит, нам нужна грубая стрела. Я понял тебя, парень. Берем стрел. Сколько сможем унести. Состояние близок. А яблоко будет? Не нравится. Нет, наша лучшая накидочка будет. А, вот и мы апнули 16 уровень, поэтому берем вот этот топор. Он гораздо круче смотрится, чем наш. Сейчас посмотрим на него. Ненавижу вот эту шнягу. Надо когда вот выходить, садиться и переводить только камеру. Ну, нормальный. Эй! Как ты так? Я не принял. Я ничего не жал. Офигеть! Офигеть. Нормальный топор такой. Поинтереснее уже мы выглядим, да, такие. Чтобы он светился чем-нибудь. Тогда бы нас бы вообще уважали. Забываю я юзать камень возвращения. Опять-таки очередная моя ошибка. Кузнечное дело. Нет, я не кузнечное, я хочу... А, это что такое? Что тебя интересует? Сумки продаешь? Мы здесь, наверное, покупались уже давненько. Ладно. Все к худшему. Кошка моя горит. Май гад. Полетели обратно в город. Летим. Красивая заставка, кстати, The Burning Crusaders. Жалко то, что мы Келли будем убивать. Но он, походу, тоже как и Артас. Слетел с катушек. Но, в принципе, Артаса я мог еще понять. Не в принципе еще, а Келли я еще и больше мог понять, почему его поступки были такими, какими он их... Такие, какие он их... Это, короче, такие дела и поступки. Вы поняли, о чем я. Я прям как этот Виталий Кличко сейчас выдал. Короче, я его понимаю, почему он поступал именно так, как он поступал. Вот и все. Вот и все. Эй, куда у меня питомец делся? Все.
Сколько? 125. Мало 125. Больше 5. Интересно, мы сильнее будем бить с этого топорика? Полтинник дали. Довольно быстро. Нужно подойти поближе. И, кстати, ребята, если что, прошу проститься, то, что у меня видео вдруг кончится, не это. Внезапно, может быть, всякое произойти. У меня частенько любит выключить электричество, особенно в последнее время, когда нам устанавливают лифты. Не знаю, что там они меняют, какую-то электрику, но вот так вот. Поэтому, если оно оборвется заранее, прошу прощения. Вот. Как-то так. Очень далеко. Надо подождать. Ну хорошо, качаемся, да? Фантом приятнее качаться, ребят. Я вот им уже почти. Чуть-чуть и 20 уровень. Ну, мне надо 18 сейчас добить. Я хочу этот тройной выстрел. Вот сейчас, например, он нам бы очень бы пригодился. Да он и по одной цели интересный. Но он ману вроде тратит. И скорость еще хочу атаки повысить вот тут на 15 секунд. Так, что у меня там с температурой компа? Порядок. Я рукой прям пальцем проверяю. Вот. Сейчас тепло в комнате, поэтому может быть перегреваться компьютер. Надо кулеров накупить по 100 рублей, штуки 3 ваткнуть. Но казалось бы, вроде 1-2 кулера шум не доставляет, но когда их несколько, там они просто жужжат, особенно ночью. Днем, когда телевизор у меня включен, вообще ничего не слышно, когда все дома, там ходят, что-то там туда-сюда, его не слыхать. А когда ночью, он жужжит, как трактор, особенно пипец, эхом отдает лютым. Короче, как-то так. Поэтому неудобно это немного. Кстати, заметили, мы с этим очень легко расправились, да? Это заклинание еще не готово. И с этими быстро расправляемся. Ну, все дело в том, что мы усилились капитально, так сказать. Блин, пофиолетивало. Ну, это хороший знак, то, что я начинаю вливаться в игру, скорее всего. Это, наверное, это и означает. Го по тропе к нашим шпионам. Там все равно вот это как раз по дороге все и выведет туда. Да, по дороге все выведет. Нет. По дороге, а потом по воде все выведет туда. Все правильно. Еще надо будет мурлоков побить. И мурлоков убьем, всех убьем, не переживайте. В подземелье сходим, все нормально. Вот как-то так я и начинал играть за персонажа за Рогу, но не снимал видео. Было прикольно. Было угарно. В какую-то гильду вступил, там персонаж такой вроде. Мне даже запомнился, вы представляете? Ой, перекресток. Сторшандис. Все правильно. Так, персонаж, который меня в гильду взял. Или глава гильдии. Короче, грибная фея, что ли, что-то такое. Ну, прикольно. Так они угарно писали, с ним реально можно было пообщаться, поболтать, чем-то с душевным таким. Так прикольно было. Но это я за Рогу играл. Это было где-то месяцев 6 назад, где-то полгода назад, да, так. Вот. Было прикольно. Так просто сидишь, чем-то играешь, бьешь квесты, бьешь мобов, что-нибудь читаешь, общаешься с ними. Знаете, душевная атмосфера. Приятно было играть в Вовку. Сейчас одному немного скучновато, я вообще в гильдии. Нет, я. Но в какой-то гильдии, какой-то несерьезный 3 человека. Надо выйти из нее, пожалуй. Да. Ничего личного, но я хочу в гильдию, где много народу, чтобы пообщаться можно было. Ну а 3 человека онлайна в час дня, это когда все уже пришли с работы там.
Ну, много кто с работы приходит в это время, или... Или школьники, в основном школьники. Ну, или учащиеся студенты, как я, например. Да, вот. А онлайна все равно как бы... Маловато. Это оглушающий выстрел тоже нужно юзать, он реально сильно замедляет вообще какую-то деятельность. Его вообще ПКД желательно юзать. Вот сюда бы его поставить. Он и маны много не тратит, всего 22 маны, но усиляет нас нехило, поэтому... Куда его выстрелим, а это сюда выстрелим, это выкинет. И еще. Стрельба. Автоматически. Ну, пока вот так все оставим. Есть. Лень что-то мне особо порядок наводить. Пропать первого левела. Нифига, мы 40 дали, а он ну, хоть бы что. Но они нападают вроде как. Они агро. Вон мурлыки, кстати. А, они с этими фигнями. Вот почему я помню то, что они жесткие. Только хотел сказать, что они жесткие. И вот они начинают фигники, да, всякие. Но мы ханты, мы нам бояться их нечего. Надо хребет с них собирать. Кстати, хребет не со всех падает. Да, видите? Вот их кучкуются, кучкуются. Но в кучку мы не будем нападать. Потому что они вчетвером, десятером сагрятся. Блин, кошка так угарно пробежала, я чуть не испугался. Так, тихо-тихо. Блин, вот еще неудобно, почему? Ой-ой-ой, сколько мы сагрили. Нет, нет. Тут даже драться нечего. Убегаем и все. Кошка исчезла. От страха, наверное. Сначала нужно выбрать цель. Ну, так мурлоков добьем и... А, ну надо стан же юзать, да? Только сказал, станище и выстрел надо юзать. Что надо он деморализует врага. Какие-то. Блин, можно так долго бить мурлоков, если честно. Больно. А почему агро не срабатывает? Меня сейчас убьют, если еще раз кинут меня. Меня убьют. Нет. Повезло, но я почти умер. 19 здоровья. Что-то злобные они. У них какой-то скилл кидающий. Вот этот скилл. У нас еще травит, походу. Что нам реально больно. Это который я завершил? Нет, это который мне надо завершить. Почему-то они зелененьким. Пуша, не шуми. Не шуми. У меня кот. Шумит. Шумит, шумит. Я не могу это надеть. Но я не хочу одевать, я хочу есть. Фух, я чуть не труханул. Че, парень, тоже больно? Но он долго будет их колбасить. Я с уверенностью могу сказать. Неприятные эти мурлоки. Неприятные. Особенно эти кидающие. О, прикольно. Но не то, что нам нужно. Абсолютно не то. А, это у нас уже было. Но тут что-то она долго прорисовывалась. Я пока не могу прочитать это заклинание. Это заклинание еще не готово. Ну, где хребет? Я пока не могу прочитать это заклинание.
хочу я плавать, ребят. Вообще не горю желанием. Под водой дофига еще. О, сундук утонувший. Это заклинание еще не готово. Блин, кошка начинает целый кросс бегать. Можно было следом за нами зайти. Давайте хребет, засранцы. Черт, не со всех. Ладно, потом мы забьем по дороге. Они на все, сейчас, как говорится, погода вообще не сделают никакой. Томис счастлив, и это хорошо. Вот, открыли мы новую территорию, остров Шаландис. Ну, кстати, я сундук забыл проверить. А вот с этих сундуков надо воровать. Я не понял, чем мы воруем толком. Значит, здесь мы заходим. Надо вот этого согреть. Вражину. Друид. Терпеть не могу друидов, они жесткие. Он что-то кидает, что-то кидает. Нет, мы быстро его убьем. Что-то он заорал. Я ж испугался. Мне кажется, здесь уже почистили. Почистили то, что нам нужно. White Hunt. Это заклинание еще не готово. Я пока не могу прочитать это заклинание. Тихо. Не стреляй, там их много. Так, нам надо план их разведать. Но я понимаю то, что планы надо их разведать, но... Надо еще зачистить все это от всяких неписей. Это заклинание еще не готово. Надо подождать. Я пока не могу прочитать это заклинание. Можно подождать. Жестко я их разобрал. Даже золото пролистал, потому что этот выбежал. А, планы на корабле. Вроде как. Не достаю слишком далеко. А, нет, вон на столах лежат. Какие-то куски. Здесь на столе ничего. Тут стола. А, есть, есть. Одна есть. Это заклинание еще не готово. У меня нет цели. Да, я помню, здесь вторая. Музыка интересная пошла. А, третья на корабле. Окей. Я думал, нам придется тебя убивать, но. Напросилась. Пока я не буду в подземелье, значит. Я жадный, собираю копейки, хотя у нас там 200 золотых. Есть. Это как бы не серьезная сумма, но все-таки как по сравнению с бронзой или что там. Бронзовых монет какие-то. Охотницы здесь жесткие. И мана у нас нет. Нифига себе. Что-то мы не вовремя попали сюда. Так, беги, кошка. Отдуваться будешь за всех. Ну, такие же они жесткие, но все же. Если они начинают бегать и звать на помощь, это неприятно. Заколбасили.
Ой, я помню, как за рогу здесь ходил. Это было трудно. Это было нереально трудно. Я в хайде пробегал, начинал собирать. А так я вообще их убить не мог. А вот за ханта абсолютно другая картина. Я их убиваю, экс плюс с них. Все квестовые итемы собираю на расслабоне. Можно так сказать. Практически. О чем моя кошка? Что зависло все? Я не понял. Так, на эту кошку надо сменять. Это заклинание есть. А эту я добью. Сначала нужно выбрать цель. Так, кошку не тронь. Недостаточно маны. Ну, попотели немного, но за, я опять же таки скажу, за ножика я здесь умер 20 раз. Прежде чем вообще что-то сделать. Но кошку надо оставить живой. Хочу ее перепризывать, там вот это все геморрой испытывать. Маленький, конечно, но все-таки. Все, квест достиг, цель достигнута, летим, не, или не летим, бежим обратно. А, и мурлоков же нам надо доколотить. Ну, все, в принципе, правильно. Большая серия, мне кажется, получится где-то на минут на 40-50 даже, может быть. Надо опять на остров плыть. А вот же. Ну, сейчас добежим, сдадим квестики, может быть. Не может быть, скорее всего, будем прощаться. Так что, кто хочет смотреть на X5, то, что я буду, как я буду играть на X5, обязательно подписывайтесь на второй канал. Так я увижу то, что есть определенная аудитория, для которой стоит работать, да, потому что если я этого не увижу, да и смысла мне не будет играть на X5. Ну, как бы, смысл всегда есть, но все-таки аккуратненько обходим эту банду злых мурлоков. А, вот кошка запалила нас. Хотел аккуратно, а получилось как всегда. Так что подписывайтесь на второй канал, те, кто хочет смотреть видосы с X5, где я буду играть. И вступайте обязательно в группу ВКонтаче. Что-то мурлоков будем добивать? Что-то не так не хочется их добивать прям. Ну надо. Еще пауки эти. Пристали. Ну, мы неплохо все равно сходили в подземелье, это уже полностью его прошли. Как полностью? Практически полностью. Ну, главного босса убили, значит прошли. Все. Ачивку дали, значит прошли. Вот. Поэтому ГЦ нас, ГЦ вас, ГЦ меня. Поздравляемся. Поздравляшки друг другу шлем. Обязательно в ВКонтакте вступаем. Блин, мурлоки жесткие. Терпеть не могу. Неприятно, неприятно. Но первое знакомство у меня было с ними в Варкрафте 3. Можете даже посмотреть на видосиках по прохождению 3 Варкрафта. Кстати, надо добить все-таки еще. У меня столько задач, блин, на времени в обрез вообще. Надо 3 Варкрафт пройти, господство хаоса. Надо Вов снимать X5, если, ну, если там кто-то подпишется на второй канал, опять же таки говорю, если никто на второй канал подписываться не будет, я X5 не буду делать. Потому что, во, еще, все, мы забрали, да, собрали. Потому что если на второй канал не будут подписываться, то, типа, для кого вообще буду X5 снимать, серьезно, подписывайтесь, опять же таки повторяю, 2 квеста нам можно сейчас дать. Так что дел дофига. X1 снимать, X5, добить Warcraft 3. Хотя хочется мне уже много других интересных игр пройти. Потому что выходит сейчас дофига интересных игрух. Да играю я в разные, особенно в Доту играю. В CSGO там всякие приколы есть. Можно поснимать, угорать.
по летсплей, так сказать. У меня какие-то свои мысли насчет CSGO есть, потому что для меня CSGO немного была неожиданно. Я вообще не думал, что я буду себе покупать, но посмотрел. Народу много играет, а где народу много играет, там всегда будет интересно. Поэтому я ее себе купил давно уже, где-то месяца три назад. Но я раньше думал, не буду ее покупать, потому что когда я пришел в нее, посмотрел, это Counter-Strike Source с прикрученными элементами от Dota 2 Reborn, то есть подбором группы, а соревновательным элементом в плане не рейтинга, а званий. Ну, это мы уже давно видели во всяких других шутер-играх онлайн, да, со всякими званиями, с всякими пушками. Тот же Point Blank, вспомните, ребят, только в Point Blank пушки, они реально понты дают, а тут они только в определенный пул пушек, то они только вид меняют. Кстати, довольно быстро мы добежали обратно. Думаю, это дольше будет. Рудалакс это что-то не поделил. Даже не будем на них агриться, просто пробежим мимо. Они нам все равно не смогут нанести того дамага, который поверг бы нас в шок. 577 хп у нас, да? И им нереально нас убить. Так. Вот. Собственно, все. Сейчас даем квестик. Посмотрим, апнемся мы. Не-не, нам, мне кажется, это слишком. Столько, может быть, дадут, но чтобы прям 5 единиц апна, 5 полосок, это лол. Как всегда, я не знаю, куда бежать. Эй, а в чем прикол? Госпожа Златилен. Все, я убил этих. Ну, нормально. Хорошо, я схожу к нему. А где он? Это да. А, я знаю, там вот вдоль этих шняк надо идти, вот сюда выйти к нему. Да, я помню. Я здесь уже как-то раз ходил. Второй квест у нас в ту же сторону. Тоже вот так ходить надо будет. А, здесь же по дороге можно пройти, точно. Точно по дороге вот поэтому. Что теперь? Чумной берег, да, давай. А я хочу опять по крышам бегать. Да хранит тебя тьма. Банять. Ну, почти. Нормально дали. И пойдем сдадим, что ли. Пробежим сюда тут. А давайте-ка. Стражники стоят. Так атмосферно. Чувак какой-то сидит. Устал парень. Качаться надоело. Нормально, тебе надо. Нормально, свинка шмот. Так, а что нам там? Ой, нам еще такой крюк гигантский придется делать. Вот здесь вот сейчас пройти и крюк. Понятно. Уху. На кошку нашу болезнь закинули. Это нежить по-любому. Кот VS Кот. Когда мой кот будет такой гигантский? Забили просто. Запинали. Ой, сейчас вот здесь подняться, потом надо будет. Короче, все ясно. Гигантский крюк. Даже обращать не будем внимания. Просто сдадим его. А тут начинается новая серия приключений. Вот здесь мы как бы вроде какую-то часть квестов сдали, да. Потом выполнили, в смысле, не сдали, а выполнили. Потом вот здесь начнется месиво с троллями. Потом здесь будет с нежитью пару разборок со всякой разной нечистью. Новый Антелас. Какая-то новая территория. А, тут тоже шпионы были, но их вроде как бы побили. О, нифига себе, тут целый ночной эльф был. А, нет, это... Как я мог ошибиться? Это просто
типа NPC. Серьезно же? Да, серьезно. Добудь сферу чего-то там. Короче, ясно. Куда нам надо? И отключить, а потом опять к нему сбегать. Ну, это я, наверное, уже в следующий раз сделаю. Фух. Большая сегодня такая серия получилась, но довольно интересная и информативная, поэтому, ребятки, будем прощаться. Всех спасибо за просмотр, ставьте обязательно лайк, если вам понравилось, вступайте в группу ВКонтакте, если не понравилось, пишите комментарии, почему не понравилось. Но, в принципе, я думаю, если вы до этого момента досмотрели, то вам понравилось определенно. Конечно, скорее всего, не все, что было, но всем нравится, сами понимаете, да? Нереально. Поэтому подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте, ссылка будет в описании к видео внизу. И подписывайтесь на второй канал, чтобы не потеряться в случае чего, на всякий случай. Поэтому всем пока, всех люблю, всем удачи, хорошего дня, хорошего настроения. Пока.